А перед началом ролика я хотел бы вам сказать, если вы хотите рэп на заказ, то переходите в группу, ссылка в описании. И да, первым 5 заказчикам будет бесплатно. Всем привет, с вами VudenX, и сегодня я вам расскажу о такой интересной игре под названием Ground Operation. В этой игре вам придется управлять быстрым автомобилем, оснащенным мощным оружием. Промчитесь по полю боя, уничтожая разнообразных противников. Примите участие в боевых действиях на разных картах этой замечательной игры для Android и iOS. Ведите свою машину на полной скорости. Перемещайтесь по карте, объезжая препятствия и используя укрытия для защиты от огня врагов. Стреляйте из пулеметов, ракетных установок, лазеров и другого оружия, установленного на вашу машину. Взрывайте вражеские машины, танки, турели, боевых роботов и прочую военную технику. Особенности этой игры. Разные автомобили, несколько режимов игры, широкий выбор вооружений, удобное управление и динамичный игровой процесс. А на этом я хочу закончить свой обзор. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, насколько вам эта игра понравилась. Всем удачи и пока! Предупреждение. Пожалуйста, если у вас стоят колонки на максимум или вы сидите в наушниках, то пожалуйста, сделайте звук немного тише.